Антология Сурского края в мемуарах, художественной литературе и исследованиях, состоящая из 8 томов, в ближайшее время пополнится еще двумя. Пробные издания по 300 страниц каждое практически готовы к выходу в свет. Так, 9-й сборник будет посвящен Михаилу Салтыкову-Щедрину, который в середине позапрошлого века возглавлял Пензенскую казенную палату. В юбилейный 10-й том войдет большая подборка документов и писем военачальника, поэта и героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Некоторые авторам, один из которых, краевед Игорь Шишкин, удалось отыскать на французском языке. Их опубликуют впервые. Мы все только цитируем, что Пенза, моя вдохновительница, скажем, Евгения Золотарева, его там последняя любовь. А никто не читал этих писем, их нет. Их его сын генерал сжег, дабы не порочить память отца там побочными какими-то его явлениями в жизни. Более подробно об очередных томах антологии Пензенского края, а также о том, почему важно сохранять историческую память и формировать патриотизм, речь пойдет в программе «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сразу после этого выпуска новостей.